Сегодня мы с вами приготовим баклажаны. Нарезали вот такими вот пластами баклажанчики. Далее что у нас получается? Мазать маслом. Растительное масло. И естественно, все это смешается, ребят. Все пережарится должно у нас. Сейчас мы все намажем, все подготовим, и потом я... Мы завернули рулетиком наши баклажанчики, добавили в майонез немного перца, чуть-чуть добавили соли. Вот. И вот то, что мы сделали, далее... Да, все это хлопотно, конечно. Майонез жирный, и само вот это вот жирное. Получается, что один больше, другой меньше. И пошли-поехали. Затаив дыхание, ребят. Ну и все, я хочу что сказать, что наши баклажаны готовы.